Сейчас я. Сейчас можно. Так. Сегодня 10 октября 2020 года, суббота. Мы намерены выезжать, как заранее было сказано. Погода такая холодноватая, но не дождя, и маленько снежинки падают. Это стоит Сергей Павлович Пупков. Заболел, и притом приехал больной, не спал. Я сказал, будешь работать, и будешь спать. Ну и потом стал спать. Потом спал, вот наблюдаю, писали, показывали лицо. Он не отвечает, ни один вопрос, ничего нету. Сейчас с собаками там. Я говорю, так сделай, да даже никак. Не открывай, он лезет туда в машину, открывает собак. Совершенно не слушается, что говорю. Он, мама его вчера сгонит, Валентина Арефьевна. Она его сразу упечет куда надо. Ты приехал с таблетками, даже не сказал, что у тебя таблетки были, тайно принимал. Это вопреки всех правил моих. И ничего не говорили. Я ни одного слова тебя не спрашивал о твоем состоянии. Просто видел неладно и молился. Сатана тебя полностью овладел. И ты не слышишь это. Садись за стол, не садишься. Понимаешь? Я предлагал у меня остаться. Машина у меня под окнами стоит. Своя ограда. Не то, что там у тебя где-то. Мама тебя сразу упечет куда надо. Тебя будут колоть. И ты оттуда не выйдешь. С трудом верится, что выйдешь. У меня будет по-другому. Каждый день прогулка. Это частный домик на берегу почти Оби. Так что тут гулять будем, собака при тебе. Ты ноль внимания на это. Значит, ты отвергаешь. Отвергаешь мои предложения? Не слушаешься? Вот и все. Ни одного слова нету. Сколько ты спорил дорогой, когда мы ездили, все ты на своем что-то настаивал. Я спросил мамы, какое главное качество Сергея, это сын ее. Она говорит, беспечность. Беспечность. То есть что из этого будет, куда? Я говорю, представь себе, ты собирался жениться. И сейчас бы это дети и жена, что с тобой делали? Полностью потерял, веры нету, покаяния нету. Это кое-как из него выдавили. Но приехал, здесь работал. Как бы не он, надо бы на Севаковске там не сделать это. Он работал. Но последний день, говорится, почти из-под контроля вышел. Правда, вчера помогал ранетки собирать. Сегодня я еду в машине. Машину вести не может. Я пошел, поговорил с Барабашом Игорем Александровичем. Он за рулем будет. Ну и сейчас все грузит. Андрей на газель. И посмотрим, чтобы не было перегруза. Я еду с тобой рядом. Документы на машину у тебя. Если остановят, заболел человек, и вот такое дело. Что можешь сказать о пребывании здесь? На пользу тебе было или нет? Да. Слава Богу, две буквы выдавил. Вот такая ситуация была у Нифонта. Нифонта святого. Не надо это. У Нифонта. У него пропала вера. И 2 года жил без веры. Полностью отнял Господь веру. И он молился, плакал, и через 2 года вернулась. Я тобой занимаюсь конкретно. Со мной ты будешь молиться все время, заниматься будем, спать будешь днем сколько хочешь, если ночь тебе не хватает, при условии. Сейчас мы все заканчиваем, сейчас вот уже говорили на 8, но Андрей сказал, на полчаса раньше приедет. Поэтому ты сейчас сядешь с ним в машину и никуда из машины не вылазишь. Понял, нет? Из машины не вылазишь, за рулем Игорь сидит. Ты понял? Из машины не вылазишь. Согласен? Делать-то больше. У тебя выбора-то нет никакого. Бросить здесь, с тобой вызовут. Свяжут и увезут. Такие они нужны сейчас для отсчета. За тебя каждый врач получит 1000 рублей. Так, мы собираемся ехать. Я прошу тебя, молись. Земные поклоны делай. Никуда не лезь. Ты все лес что-то встребал, там подправлял, все кончилось. Не я тебя наказываю, кто-то выше нас есть. Все на это, Володя, давай заканчивай, ближе к выходу. Андрей вот-вот нам уже подъедет. Мне главное посадить тебя в машину. Ключ от машины, что есть, сразу, нет, держи при себе, а то забудешь. Игорь уедет и с ключом от машины. Все на этом. Я ничего не могу дать, кроме того, что у меня есть. А у меня есть то, что тебе крайне необходимо. Это молитва, пост,
воздержание, молчание, семикратная молитва в день, это я тебе обещаю, даже больше. Главное, нам сейчас до Барнаула доехать, машина будет стоять рядом, тебя не выпустить из рук. Еще. Ну что скажешь-то? Что с тобой случилось? Упал в холодную воду с лодки. Я все время говорил, эти, которые спасательные, как ну, пластины такие, пояс. Да зачем он? Надел. И как раз этот пояс у тебя недалеко от берега было, выплыл. В машине обогрелся, тут на русской пищи даже не кашляешь. Так? Так. Это телефон твой? Да, да, да. Спрятать его надо куда-то в карман, который не раздавишь. Где? Он у тебя будет лопнутый. Это пластина целая. Что хочешь сказать? Остаешься или нет у меня, когда в Барнаул приедем? Или к матери тебя отвезти, сдать? Она машина пусть стоит пока здесь, там без присмотра, на улице. А тут она в ограде, заперта, и наружное наблюдение. Тебя к матери отвезти? А ну сотвори Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грех. Правильно, отче наш, считай, громче только. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Громче! И прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим, не веди нас свои искушения, не избавь нас от лукавого. Сразу затыхает. Все, повторяй. Какие молитвы знаешь, громче считай Евангелие, я тебе дал задание какое. Считай Евангелие вслух и больше поклонов. Другого выхода никакого нету. Плотские врачи не могут лечить эти болезни, а это не от них зависит. Это другое. Так, все на этом. Пошли. Оберни вокруг, покажи, что у нас делается. Покажи, как мы собираемся сюда. О, вот все это собираем. Сейчас поедет Володя картошку забирать, морковку. Сейчас кошек надо спрятать будет. Поможешь мне их посадить сюда. Все на этом.